Добрый день, дорогие мои подписчики. В общем, мы вот сняли, вот купили вот такой вот наполнитель в розетке. И вот сейчас мы будем его смотреть. Сколько его тут. И вот тут у нас, по-моему, 10 килограмм что-то вроде этого. В общем, вот для чего он призначен. О, так будет точно виднее. Сейчас мы его посмотрим. Вот на вид он темный, хотя я хотела светлый. И написано, что якобы он светлый. Но мы сейчас его посмотрим, какой он. Очень сильно плотно упаковала розетка. Кстати, за это ей отдельное спасибо. Ну, смотрите, он не длинный. Он такой вот коротенький, видите? Сейчас мы это откроем. Так, ну я немножко открыла, чтобы совсем не рассыпалось. В общем, вот такого вот он цвета. Вот как камера сейчас показывает, так вот он и в жизни. И вот смотрите, по сравнению с ногтем, у меня, в принципе, вот ногтей нету, да? Вот он где-то, ну, сантиметра 2-3. Вот такой вот. То есть он не длинный, вот такой вот большой. И он не совсем темный, но это и не сосна. То есть не светлый наполнитель, как вот любят котики. С запахом он или без запаха? Давайте посмотрим. Слушайте, он вообще без запаха. То есть даже ничем таким особо и не пахнет. Ну, сейчас мы его посмотрим в баке. Я пересыплю в бак. И посмотрим сейчас его в баке. В общем, вот я его пересыпала в бак. И вот сейчас мы посмотрим его, какой он. Вот такого вот он цвета, видите? В общем, такая наша распаковка об этом наполнителе. Спасибо за просмотренное видео. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. А вот, кстати, где мы покупали на сайте этот наполнитель древесный. В общем, такая вот наша распаковка. Спасибо вам за просмотренное видео.